Едем в Москву. Красота! А ты что об этом думаешь? А я думаю, че долго ты у меня будешь сидеть на шее, а? Что ты делаешь? Спускайся на землю. Ишь, проклято! Воблечки, горячие воблечки, гоните роблечки, вы поскорей! Внимание, внимание! Начинается посадка на поезд Киев-Москва. Товарищей Тарапуньку и Штепсуля просят подойти к 13-му вагону. Повторяю. Да постойте, не повторяйте, Штепсуля. А мы что, около 10-го стоим, что ли? Вам что, повылазило? Граждане пассажиры, будем взаимно вежливы. Поезд сейчас отправляется, а вы нам о вежливости болтаете. Во-первых, я не болтаю, а вещаю. А во-вторых, я с грубиянами вообще разговаривать не желаю. Вы что, друзья, хильнули на дорогу. А в чем дело? Ну, нас же без билетов в вагон не пускают. Билеты у Тарапуньки. Да, а где все наши? Там, где посадка, на первом перроне. С той стороны поезда. С той стороны поезда. Эстрада! Пробачте, це мій чемоданчик. Ви що, це мій чемодан, я точно знаю. Ну, а я точно знаю, що це не ваш чемодан. Кстати, не твой чемодан, а мой чемодан. Я його сьогодні тільки купив. А я його що ж, не купував? І я купив в універмагі. І я на четвертому поверсі. 4 рубля і 85 копійок. Я уплатив за цей чемодан. Да я за що ви, товариші? Це мой чемодан. Организовано! Собирайся в путь, дорогу, чемоданчик, чемодан. Нам придется ездить много, поминать немало страх. Ты намаешься при этом, ты намнешь морда притом. Будешь ты в пути купецом, ты подружкой и столом. Чемодан, мой верный чемодан, манерный. Будешь ты со мной рядом, и другого мне не надо. Ты в пути, опора, кроме друг, актера, работяга и бродяга, друг мой чемодан. Помчим с тобой по свету, на земле и под водой. И в космической ракете тоже бродишь ты со мной. А когда судьба злодейка вдруг нам старость подошлет, мы припомним по наклейкам ты огромный наш взлет.
Я так и знал, что только мой чемодан легко найти. Найти легко, поднять тяжело. Что там? Да ничего особенного. Обыкновенный реквизит. Ну вот, силы поехали. Все, добро, посмотри. До свидания. Счастливо. Едем, да, все, добро. Он уехал, он уехал. Что такое? Забыли причепить. Что такое? Забыли причепить. Чему речь, Петро? Забыли причепить. Чем дело? Забыли причепить. Чем дело? Забыли причепить. Вот что, батенька, прицепить забыли. Пошли домой. Это как так домой? А концерт в Москве? Вы думаешь, катастрофа, прицепить забыли? Мелочь! Сейчас что-нибудь придумаем. Думайте все! Ну! С пантелику збив, поймати. Щось придумав і забув. Ну що в тебе? Та смерк. Да нет, здесь может помочь только чудо. Теперь на эстраде чудес не показывают. Вот фокус я вам могу предложить. Что вам надо? Нам треба дотягнуть эстраду до Москвы. Веревку! Веревку! Слушайте, так может вам подойдет вот это, а? Здорово. Мой фраг! Мы артисты, оптимисты, при неудаче мы не плачем, а поем. Мы привычны, еле наличны, а рядом с песней легко и пешком. Эстрада, эстрада, Рязань нам поставлена. Нас не пугают даже мречные пути. Мы с ним в паре, как Гагарин. Если надо, тоже в космос полетим. Эстрада, эстрада, нам космос не преграда. Венера! Марс, Юпитер! Эстрада, эстрада, покажем, если надо, концерт на высоте. И без халтур. Thank you.
девчата. Отлично поют девушки. Девчата, а можете вы зараз в Москву поехать? Правильно. А? Мы с радостью. Але кто ж нас візьме? Як? Мы! Нашу! Нашим звеньям, пополнением, среди народа мы находим без труда. И да ярко, может ярко, сиять в концерте, как эстрадная звезда. Эстрада, эстрада, эстрада. До еды. И я с тобой. То, что на стройке у Липунова. Знаете, мы недавно были на одной строечке. Что тебе там не подобалось? А? Ну, ты видел, в каких безобразных условиях живут там строители. А ты знаешь, в каких условиях жили наши батьки, когда они творили Днепрогэс и Магнитку? Ты про це чув? Сейчас совсем другое время. Многих трудностей можно просто избежать. Избежать? Да. Радянские люди не звыкли бегать от трудностей. Да постой ты, шуметь! Ну почему квартир для семейных там нет? Муж должен жить в одном общежитии, а жена в другом. Что это за семья? Что у них общего? У них общее мировоззрение у них общее. Им побыть вместе негде. В читальню может пойти погодить, почитать газету, журнальчик подивиться с картинками. А ты был в этой читальне? Был. Холодно. Не дуже. Темно. Штепсель у темно. А великий пролетарський письменник, товариш Максим Горький, читав при свічці. Так тогда электричества не было. А тепер Горьких нема. Ні концертов там не бывает, ні лекций. Только плохие кинофильмы один раз в месяц показывают. А что ты хочешь, чтобы поганые фильмы часто показывали? Клуба не могли построить. Кино в столовой демонстрируют. Ты ж сам не раз сказал, что кино – это духовная пища. А якщо це піща, так де ж її приймати, як не в столовій? Піща. Ти о піщі лучше не вспоминай. Кожен день в столовій одно і то же. Борщ із капусти. М'яса почти не буває. Зажрався, Штепсель, за вас. Прямо скажу. Зажрався. М'яса захотів.
А ти пам'ятаєш, як ми під час війни, понимаєте, на одних консервах жили? І нічого страшного, а? Так там і консервів нет. Так тепер же ж і не війна. Ну хорошо, ну хліб. Хліб в столовій такий сирий, що його їсти невозможно. Ти думаєш, що ти мелиш? Хліб, зроблений із цилінного зерна, вирощений нашими героїчними цилінниками. А ти його їсти не хочеш. А почему из этого же зерна на этой стройке выпекают хороший хлеб? Почему здесь большие ясли, а там ясли по 4 ребенка на одно место? О чем это говорит? Це говорить про високую деторождаємость, товариш. А по-моему, это говорит о том, что здесь на стройке по-настоящему заботятся о людях, а там вместо этого отделываются демагогическими фразами. Или, может быть, ты считаешь, что там на стройке все благополучно? Не все. Там є труднощі, понимаете, тимчасові, так сказать, утруднення. Прямо скажемо, робітники там живуть нелегко, але зате їх потомки будуть їм завидувати, товариші. Їхні діти будуть гордитися ними. Я б і сам би гордився, якби я був, так сказати, в передових рядах наших славних будівельників. О, вот это я и хотел тебе предложить. Гордиться? Нет. А що? Поехать на эту стройку. Мені? Да. Туди? Да. Директором? Нет, зачем же директором? Поедем, как все. И жить будем у директора. И жить будем со всеми. Я уже и письмо заготовил. Я, правда, за тебя расписался, надо только заклеить, отправить и поедем. Ты же сам сказал, что там живется трудновато. А как жили наши отцы? Не знаю. Когда строили Днепрогес и Магнитку? Не знаю. У меня не было батьков, я подкидыш. Так ты что? Не хочешь ехать на стройку? Хочу, мрію поїхати, понимаешь? Ну, а раз мечтаешь, то ты сбежишь. Хто тебе в шию гониш, Штепсель? Ми з тобою живемо у Києві, на Хрещатику, у красивих будинках, цими, знаєте, у нас оті злішества, украшательство в цьому стилі. Як цей стиль зветься? Барокко. Барокко. Так на що ж нам стиль барокко міняти на стиль барака? І де я там буду їсти? Ти будеш питатися в столовій? Що я не знаю цю столову? Кожен день одне й те ж саме, на перше борщ з капустою, а на второе капуста з цього борщу. В будущем на этой столовой повесят мемориальную доску. Здесь обедал Тарапунька. Не так там напишуть, там напишуть, тут обідав і від цього помер Тарапунька. Клубу там нема? Нет. В магазинах там пусто. Да, но зато потомки будут тобою гордиться. А жінкою можна тільки в читальню піти, понимаешь? Но зато дети будут тобою восхищаться. Які діти? Які діти? Які діти? Ну, твої діти. Звідки вони у мене візьмуться, якщо жінка буде жити в одному бараку, а я буду в другому? Демагог нещасний. Thank you.
Там и без нас будівельники вислечили. Да нет, ребята, не строить, танцевать. Ну, на концерт. Це можно. Ну, старшой. Поехали! Поехали! А где наш кавун? Пошли. Чи інтурист? Ні, не артист України.
і куди ж ви? В Україну! Ні-ні-ні-ні-ні-ні, на жаль, нічого не вийде. Вся Україна автоматикою та механізацією зайнята. Всесоюзне совіщання. Та невже у вас нема ні однісінького номера? Є один номер на броні, для Тарапуньки та Штепселя. Часом серед вас їх тут нема, ні? А ви хіба їх не бачили? Та по радіо 100 разів чув. А так, щоб у живому вигляді, правду кажучи, не зустрічав. Ні-ні-ні. Слухайте, а де ж будемо ночувати ми? Вже ніч на дворі. У Ярославлі. Як це так в Ярославлі? У нас концерти в Москві. Так Ярослав – це назва готелю на виставці отуди. Папаша, а як же туди доїхати? А доїхати, товариші, можна на метро, на тролейбусі, на автобусі. А номери я зараз вам скажу. Здравствуйте, дорогой товарищ. Добрый вечер. Приветствуем вас. Здоровенчі були. Послушайте, папаша, не лізь поперед батька у пекло. Тут у вас на броні є номер для нас. Так, 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 так. А ви хто? Ну, знаєте... Тарапунька! Та Штепси. Ваші документи. А документи у нас... Пані в чемоданчику. А в чемодані унизу на самому дні. Як же ви доведете, що ви Тарапунька і Штепси? А ми як... Вам нужно доказательство. О, пожалуйста. А, будь ласка. Пожалуйста, пожалуйста. Сколько верст с тобой мы прошагали, сколько будем мы шагать, я и ты. Сколько раз в беду мы попадали, сколько будем попадать, я и ты. Молодці, хлопці, довели. Нате вам ключ, ідіть, відпочивайте. Здравствуйте, дорогой товариш. Добрий вечір. Приветствуем вас. Здоровенькі були. Послушайте, папаша. Не лізь поперед батька в пекло. Тут у вас на броні є номер для нас. Так, ваші документи. Та, будь ласка. Вони там, в чемоданчику. Да, вони там у чемоданчику, там на самому сході. Ну, а як же ви доведете, що ви Тарапунька і Штепсель? Як вам нужны доказательства? Доказательства як? Пожалуйста! Будь ласка, уявіть, театр, директорська ложа. Це директорська ложа, мягке кресло. Мягке кресло. Тут оркестр, там сцена. Слухайте. Ми одні у саду, ти сказала, прошептала, не прийду. Що ж робить, друже мій, чи втопиться, чи напиться по одній. Піду втоплюсь, і я піду нап'юсь, і я. О, друже вірний мій, прощай. Так ми завжди разом. Прийшла біда обом. Прийшла біда страшна обом. Бом, 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 бом. Знов приходить весна, ой, весна. Та стежина до дівчини в нас одна. Що ж робити нам, скажіть, підкажіть. Чи ходити і любити, чи дружить. Піду нап'юсь. Іди. Піду втоплюсь. Іди. О, хитрий друже мій, я не втоплюсь. І я боюсь. Тоді разом давай. Ми ляжем під трамвай. Ми ляжем разом під трамвай. Ай, 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 ай. Третій стежку топтав, сам топтав. Ту дівчину цвіт калину він забрав. Ми згубили любов, ой, любов.
А чи щастя, чи нещастя, він знає, щоб я не втоплюсь, як я не наб'юсь, як ще покохають нас у добрий час. Мільйон дівчат кругом, нема біди обом, нема біди ніде обом, бом, 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 бом. Ну как? Ну що, папаша, тепер повірили, а? Хороші ви хлопці. О. І співаєте ви чудесно, тільки ж ви зовсім не Тарапунька і Штепсель. Ну я ж не папаша. О, добрий вечір, привітаю вас. Здоровенькі були. Документи залишили в чемодані. Але ж ми ще... Не лізь поперед батька в пекло. Ну ми не понімаємо. А ти не понімаєш. А от вони вам все розкажуть, ідіть. Вибачайте. Соромно брехати. Артисти. Здравствуйте, папаша. О, здоровенькі були. Здравствуйте. Вам, звичайно, потрібен номер. Вірно. І ви, звичайно, Тарапунька і Штепсель. Угадали. А документи залишили в чемодані, понімаєте? Чого в чемодані? Документи паспорт. При нас, будь ласка. О, правильно, паспорт. Ну от, бачите? Кажете, що Тарапунька. А тут що написано? Тимошенко, ні, це не підійде. Де ж то ви, папаша, не узнаєте, що ли? Ну, Тарапунька високий, Штепсель маленький. Я теж маленький, але ж не кажу, що я Штепсель, блядь. А у мене от вуси. А у мене які вуса, і то я не кажу, що я Тарапунька, це не доказ. А як же вам доказати? А какие вам ще нужны доказати? А ви що-небудь отут учудіть. Якусь таку комедію, сатіру присочиніть. Ну, да, на вулиці. Ні, ви уявіть собі, що це театр. Да. Це сцена, а оце директорська ложа. Директорські ложі, пробачте, будь ласка, завжди м'яке крісло. Оце я сідаю, а ви валяйте, давайте. Що ж вам валять, папаша? Ну, розкажіть, де були, що бачили. Ми тільки що вернулись з польоту. У космос. Почти. Ну, розкажіть. Розказувати об этом польоті, як кажуть, руки не піднімаються. Ти розказуй, я за тебе буду руки піднімати. Ну, давай. Хололо. Заправились горючим. Нет, не тем горючим. Бензином. Сели рядом, помчались вверх и вниз, в спирали и в пике. Я на себе ловил завистливые взгляды, хоть и висела наша жизнь на волоске. Сплошная пустота. Корабль летит, как птица, и кажется, до звезд достать рукой. Осталась мелочь. Так это ж моя... Осталась мелочь. Точно приземлиться, полет закончив мертвою петлей. И шли часы. И было так приятно. Это мой... Это... Прекрасные часы. Ау! Как сказка эта быль, мы разглядели все на солнце пятна, промчались сквозь космическую пыль. Папаша, ну куди ж мене послали? Трамвай вже не ходить, метро зачинено, а пішки ж до ранку треба йти. Цілу ніч покою нема. Ви собі місця не можете знайти. Чи бувайте здорові. А ці видають себе за Тарапуньку і Штепселя. Та ви що? Це ж є Тарапунька і Штепсель. Я? Ага. Так. Отак. Ті самі? Оце ж вони є Тарапунька і Штепсель. О, вибачте, будь ласка. Нате вам ключ. Ідіть, відпочивайте. Ну, знаєте, Тарапуньки Тарапуньками. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. А где будем ночевать я? О, нет. Будет все в порядку. Я позвоню по телефону. А куда ты будешь звонить? В Министерство культуры? А хоть бы и так. Да что ты, ночь, никого нет. Гудок. 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 Щелчок. 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 Молчок. Ху, заговорили, листя, дежурно. Алло, це з вами Тарапунь, алло.
Алло! Они меня не чуют. А ты их слышишь? Я их чую. Алло! Ясно. Алло! Этот телефон неисправен. Алло! Алло! Алло, товарищи, вот какое дело. Мы... Алло, 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 говорите громче, я вас не слышу. Алло, алло, алло! Алло, говорите громче! Алло! Я их не слышу. А они тебя чуют? Отлично. Все ясно. Той телефон глухий, а цей телефон немий. Так буде. Ти говориш їм, вони передають мені. Я переказую тобі, а ти говориш їм. Єсть. Алло, 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 товариші, от яке діло. Ми артисти, остались без крова. Без крова. Перехожу на прийом. Що він говорить? Питає, яка корова. Що там, дурака валяють, що ли? Що ти на мене кричиш? Ти в трубку кричиш. Ти сделав, товариш, чорний син. Тихо, ніч, люди сплять. Передай Штепселю, нехай починає. Пускай починає. Пускай починає. Пускай начиняє. Пускай начиняє. Начиняє? Пускай начиняє. Проси, пожалуйста, що начиняє і чим начиняє? Ну, що то начиняє? Скажи тише. Пускай шпроти начиняє і пише. Пускай шпроти начиняє і пише. Пускай шпроти начиняє і пише. Смішно. Пускай шпроти начиняє і пише смішно. Пускай шпроти начиняє і пише смішно. Пише смішно? Таке требування. А, начиняй шпроти і пиши смішно до востребування. Які шпроти? Та я нічого не розумію. Ми нічого не розуміємо. Лично ми не розуміємо. Лично ми не розуміємо. Ну, а лично ми не розуміємо. Налічними не приймаємо. Я цього передавати не буду. То есть как не буду? Я наличными принимаю. Это тебя не касается. О, они наличными не принимают, но меня не касают. Наличными принимают, я касаюсь. Наличными принимают. Наличными принимают, я касаюсь. Наличными принимают. Наличными не принимают, а Маня кусается. Что ж твоя Маня? По перечислению кусается, чи як? Эх вы, деятели. Вот у меня телефончик с гарантией. Меня там знают. А что это? О, не то гранд-отель, не то метрополь. Алло, скажите, пожалуйста, у вас места еще есть? Кажуть, все свободно. Но я не один, нас здесь 20 человек. Хоть 120. А удобства есть, нам бы с дороги помыться. Ванна и душ работают круглосуточно. Ну, отлично. Мы направляемся к вам. Как называется ваша гостиница? Что? Я? Ну, что, Националь? Ни. Метрополь? Ни. Гранд Отель? Ни. Ну что же? Вы трезвите. Ну, папаша, одна надежда на вас. Пустите нас всех куда? В этот один номерок. Не, а мы там как-нибудь устроимся. А что мне начальство скажи? Как вы понимаете, это... Да вы что-то не старшее начальство, папаша. Мы тихенько. Разумеете, нам треба завтра выступать. А мы еще и досі не спали. Ну, добре, идите. Мы артисты, оптимисты, при неудаче мы не плачем, а поем. Тихо! Привычный, день отличный, а рядом с песней легко идти пешком. Эстрада, эстрада, Рязань, Донбасс, Канада, по суше в небесах и по волнам. Эстрада, эстрада, для нас одна награда, когда находим верный путь сердца.
Штепсель, ты спишь? Ой, да разве здесь уснешь? Я из-за этого храпуна спать не могу. Сейчас я его успокою. Кто це храпе? Може, ця авоська захропіла? Ні. Мается бедняга. Товарищ Гиря, вы же не даете никому спать. Перевернитесь на другой бок. Закройте, сквозить. Подъем, подъем! Перестань, они испугаются, он тебе сына выстрелом будет. Ничего, они крепко спят. Здравствуйте. 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 Мене просили передати, що там унизу артистам видають гроші суточки. Где? Я перший. Где? Я перший. Я перший. Thank you.
что делаете? Репетируем, как и все. А вам что, репетировать не надо, что ли? Минуточку, одно другому не мешает. Слоном ходи. Не-не-не. А тебе если... Не-не. А вообще вы... Да? Марк! О, никого нема. Можно репетировать. Здравствуйте, дорогие товарищи. Здоровенькие були. Зоряна ясная, видно, хоть волки збирай. Вийди, коханая, працею зморена.
день за днем спешит мчиться вдаль. У любви своя дорога, песен много, счастья много, но бывает и печаль. У любви своя дорога, песен много, счастья много, но бывает и печаль. Зазвенел ручей, вогнет лучей, это пришла в цвету к нам весна. У любви своя дорога, песен много, счастья много, почему же я одна? А-а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 -
одна. Жду любви большой, любви такой, чтобы светило мне ярче дня. Любви своя дорога, песен много, счастья много для тебя и для меня. Любви своя дорога, песен много, счастья много для тебя и для меня. Автобус подано, билеты продано, а вы тут на крыше загораете. Поехали! Зашлись, как в море корабли. По-моему, мы не туди попали. Сюда, сюда, здравствуйте, мы вас давно ждем, прошу вас. Нет, мы в театр. Видите ли, мы собирались в театр. У нас вам, специалистам, будет поинтереснее, чем в театре. Что ж мы тут будем робити? Мы вам покажем свои достижения, вы нам расскажете про свои. Скажите, вы академик? Я классик. Занимаюсь классической борьбой. Ну, так кто начнет первым? Ну, если на то пришло, так давайте разом начинать. Штепсель, иди командуй. Включайте автоматику. Включайте! Вчора тривожно аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала чорну і червоною нитку клала, вишивала. Вишивала чорну і червоною нитку клала. Ой, та чорна ниточка розставання, а червона ниточка до кохання. Що та чорна ниточка?
Да, но к нам должны были приехать ученые, специалисты. А приехали эстрадные артисты. Нам вот прислали записку. Товарищи Тарапунька и Штепсель, просим вас пробрать как следует штурмовщину. А то иногда так получается. 20 дней почти ничего не делаем, а в конце месяца день и ночь работаем,
чтобы выполнить план. Представляешь? Уявляю, що б у нас з тобою було, якби ми так 20 днів не виступали, а потім за один день 15 концертів шпарили. А? Представляєш, яке качество було б нашої продукції? О, давай это і покажемо. Так хто ж у нас на сцені? Ну, а товариші поймуть это в переносному смислі. Ну, давай. І так штурмовщина. Концерт починається не в 7, як обычно, а в 8. Но не вечора, а утра. Здравствуйте, дорогие товарищи. Добрый вечер. Чего? Доброго раночка. Приветствую вас. Здравствуйте, Бузина. Мы всюду выступаем, и всюду мы вдвоем. Это мой пиджак. Ты надел мой пиджак. Мы всюду выступаем, и всюду мы вдвоем. Мы бодрые. Мы всюду выступаем, и всюду мы вдвоем. Мы бодрые, веселые частушки пропоем. Профессор отличился на студентке, он женился. Предложил он молодой, будьте вы моей вдовой. В среду я купил ботинки, был у них прекрасный верх. Но на части развалился после дождичка в четверг. Впереди еще столько же. Дорога каждая минута. Тарапунька, не приходишь? Чудовок. Штепселя не было. Замакитрилась трошечки. Ничего, мы его подождем. Никого ждать не будем. Мы без штепселя обидимся. Здравствуйте, дорогие товарищи. Добрый вечер. Приветствую вас. Здоровенькие были. Где же Тарапунька? Неужели он со своими длинными ногами отстал? Ну ничего, один за всех, все за одного. Здравствуйте, дорогие товарищи. Добрый вечер. Приветствуем вас. Здоровеньки были. Мы всюду выступаем. И всюду мы вдвоем. Мы бодрые, веселые. План, план, план. Мы всюду выступаем. И всюду мы вдвоем. Мы бодрые, веселые, частушки пропоем. Частушки пропоем. Наш профессор отличился, на студентке он женился. И на части развалился после дождичка в четверг. Закругляйся! 67% плана выполнено. Очередной концерт. На улице проливной дождь. Здравствуйте! Простите, дорогие товарищи. Добрый вечер. Приветствую вас. Здоровенькие були. Ми стали такі вічливі, такі культурні. Тарапунька. Не гавкай. Что не гавкай? Как мы будем петь? Ты знай своє, а я знаю своє. Мы всюду выступаем. И всюду мы поем. Сегодня же веселые. Танцы протанцуем. Музыка.
концерт, план выполнен. Приветствую вас, мигалкой. Что в газете, то в куплете. Наш боевой, наш обязательный девиз. Повседневно, злободневно, мы критикуем снизу вверх и сверху вниз. Эстрада, эстрада, вязать нам паскаль надо. Послушай в небеса и по волнам. Эстрада, эстрада, для нас одна награда. Когда находим верный путь сердца. Thank you.